Свет в такт музыки струится от умных ламп. Их Руслан Шайгадамов сделал своими руками. Придумал систему и дизайн. Сейчас юноша работает над новым устройством – автономным генератором питания. Эти аккумуляторы мне нужны для проекта Гипаса 2.0. Они будут использоваться как штатный аккумулятор для системы, который будет работать автономно в полевых условиях. Мощности этой маленькой коробочки хватит, чтобы зарядить не только телефон, но и ноутбук. Энергию даст сама природа. Устройство аккумулирует силы солнца, ветра, воды. Тем самым способствовать запитке любых абсолютно устройств за пределами, допустим, города. То есть это полевые условия, это районы крайнего севера, это отдаленные районы от электричества. Впереди еще много работы. Как только прибор будет готов, Руслан его протестирует и запатентует. Одного движения, нажатия на экран, мы включаем освещение. Укращать электричество Руслан начал с 5 лет. Сейчас в свои 18 юный Кулибин учится в колледже и дает мастер-класс своим одногруппникам. Он к этому эксперименту очень трепетно готовился. Он не спал и работал до 6 утра. Я вообще не понимаю, как так можно. Любая промышленная разработка начинается как раз с таких каких-то простых опытов. Потом это переходит в более серьезные модели, более серьезные разработки. И, в принципе, можно потом уже внедрять в производство некоторые модели. После мастер-класса студенты-третьекурсники предложили Руслану объединить усилия и вместе двигать научную мысль к новым открытиям. Анна Селезнева, Роман Лузанов, время Ямала, Ноябрьск.